На этих кадрах элитный поселок «Ландшафт» на Рублевке. Здесь живут бизнесмены, чиновники и, по некоторым данным, даже бывшие президенты, например, Виктор Янукович. Вот так это место презентуется на официальном сайте самого поселка. Поселок «Ландшафт» окружен практически собственным хвойным лесом в 15 гектар. Рядом элитные спа-центры и шопинг-деревня «Барвиха Лакшери Вилледж». Всего в «Ландшафте» несколько сотен домов. Правда, почти два десятка их владельцев скрыты в Росреестре за надписью «Собственник Российская Федерация». Но есть и дома, которые все-таки можно идентифицировать. Инсайдер обнаружил коттедж семьи олигарха Искандера Махмудова, имя которого связывают с Измайловской ОПГ, а также дом бизнесмена Константина Малафеева, спонсировавшего вторжение на Донбасс. А вот этот трехэтажный дом принадлежит министру иностранных дел Сергею Лаврову. Это подтверждает официальная выписка из Росреестра. Коттедж Лаврова площадью почти в 500 квадратных метров на участке 28 соток стоит не менее 5 миллионов долларов. Также Лаврову принадлежит квартира площадью 247 квадратных метров в элитном доме в шведском тупике. Ее стоимость превышает 300 миллионов рублей. Итого, общая сумма недвижимости Лаврова может превышать 600 миллионов рублей. Но с 2008 года Лавров и его супруга Мария задекларировали доход всего в 67 миллионов рублей. Лавров не единственный чиновник в поселке «Ландшафт». Самые дальние участки, отделенные парком, принадлежат бывшему генпрокурору Владимиру Устинову и первому замруководителю администрации президента Сергею Кириенко. Как выяснил инсайдер, в 2002 году Кириенко купил участок площадью более 70 соток. Там построил коттедж почти 700 квадратных метров и несколько гостевых домиков, в том числе спортивно-оздоровительный центр. Если исходить из цены недвижимости в поселке «Ландшафт», то общая стоимость его дома может превысить 1,5 миллиарда рублей. Кириенко – один из самых богатых чиновников, но до покупки земли в своей декларации за 1998 год он указывал скромную зарплату 230 тысяч рублей. Как именно ему удалось накопить на покупку такого большого особняка, неизвестно.